Mihail Igolnikov, congratulations to a fantastic victory today. You showed us an incredible performance. Up to the final, you won all other fights by ippon very quickly. What was your key to success today? Секрета нет, просто тренировался и все. In the second fight, you beat Bekar Kvinashvili. Last year in Krosny at the Golden League, you lost against him. Today, what was your strategy to win against him? Я не настраивался сегодня на него как на конкретного соперника. Я просто настраивался как на предыдущую схватку, и на так же, как и на все схватки. В принципе, ничего необычного не было. В этот сегодня победил я. Наверное, больше заслужил, ну, или больше тренировался. Вот. Поэтому сегодня превзошел его я. The longest fight was your final. Do you had any problems, or what was the reason for this? Нет, у меня проблем не было. Мне кажется, у моего соперника было больше проблем. Нет, просто я не стал рисковать и довел просто схватку без риска, без ничего. Зачем нужно было делать ипон, если я, в принципе, вел нормально, и ни один человек, в принципе, не сомневался, что может произойти что-то другое. You won the silver medal at the Grand Prix in Tbilisi. Give you this, let me say, final match, the self-confidence to win the medal here? Я думаю, что все, кто смотрели Grand Prix Тбилиси, финальную схватку, я думаю, ни один человек не засомневался в том, что как она прошла. Я думаю, что не было никаких мотиваций. На этот старт я настраивался, как, в принципе, на все другие. Нет никаких, я повторюсь еще раз, нет никаких секретов, все просто я тренировался и настраивался на победу. Okay, thank you very much. Thank you very much.